Так, немного зачистил контакты, еще раз пробую этим лаком. По идее, должен работать, а он не проводит ток. Не знаю. Просто если брать, закоротить как бы проводом, вон. То горит вот так. А лак странно, что не проводит этот ток. Хотя написано, что он специально этот провести ток. Я из-за него там не мог сделать одну фигню, блин. И получается, что я тогда зря только его купил, блин. Он так стоил денег нифиговых. Короче, вот, блин. Можно сделать такую фару, закоротив нижний диод любой. И можно пойти попробовать на тачке. Сейчас как раз уже потемнело. Жалко, что четвертый вот этот не горит. Ладно, сейчас будем тестить. Смотри, сейчас я тут, короче, решил потестить. От видеокамеры взял батарею, как бы подключил плюс и минус к ней. И пустил вот на эту, ну, как бы, как штекер, который подключается в машине уже, этот плату. И вот беру, как бы. И вот в одном месте, как бы, получается, я могу закоротить, как бы. Просто соединяю, как бы. И вот она начинает гореть, бы. Я думаю, может, спаять, как бы, вот это место и пофиг, бы. Пускай так пока горит. Фигово, что там четвертый вон один уже сбоку не горит, бы. А сначала, как я пришел, он работал, бы. Ну, вот так. Химия такая. Ну вот так закоротил. И сейчас подключил к этой другой уже батарее. Это село. Ну в два места на всякий, на, для надежности. Мало ли одна там отвалится. Так вообще в любом из этих нижних четырех можно было два левых контакта, как бы верхние и нижние, как бы закоротить. И вот типа как-то так работает. Пойду сейчас на машину поставлю, проедусь, посмотрю, как работает вообще. Так, вот эта фара, сейчас как бы, сейчас человек нажмет на тормоз. На, давай. Да, и тормоза вон все горят. Это не хватает еще там 5 диодов нижних. Сойдет, как бы, я думаю, для сельской местности. Там немного по-другому, но я завтра достану эту фару и так же. Может быть, затрицатничать. Ну лучше так ездить пока, чтобы не было лишних остановлений. У меня и так предупреждение. Ну что?